Азербайджанские военнослужащие до сих пор стоят у Черного озера. Об этом сообщил руководитель общины Горис Аруш Арушанян, передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ. Он отметил, что с азербайджанскими военными продолжаются переговоры. Сам Арушанян в них не участвовал. Их ведут военные, в частности, командование 1-го армейского корпуса вооруженных сил Армении. Утром 12 мая Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы по уточнению границ на одном из приграничных участков Сюникской Зангезурской области. Губернатор Сюника Меликсет Пакасян, в свою очередь, заявил, что якобы азербайджанские военнослужащие продвинулись вглубь границы Армении примерно на 2 километра, пишет газета «Айкакан Жаманак».